За фото людей в этом доме готов дать 20 тысяч. Продала нас, значит. Ребята, не бейте. Ты куда Андрюху дел? Это не я. Мирослава уходит из комнаты. Андрей. Какого черта, где мы вообще оказались? Привет, где Максим? Ты кто? Меня зовут... Звали. Юля. А ты не видела девочку лет 10? Нет, только парень и девушка шли. Помогите! Здесь тоже никого нет. В той квартире жила семья. Отец, мать и девочка Юля. Они стали призраками? Что-то вроде того. Ну ты можешь им сказать, чтобы они прекратили? А зачем? Я же теперь послушная девочка. Ты с ума сошла? Отстань от меня! Это все из-за них! Что ты наделала? Я говорила, что мы похожи. Такие есть. Я тоже была непослушной, тоже сбегала из дома. Я больше не буду. Я тоже много раз обещала и не сдерживала своих обещаний. Я все поняла, я тоже буду послушной. Не верю, ты должна быть наказана. Рома, не подходи! Прости, я не знаю, что на меня нашло. Там выход, надо бежать! Рома, они этого и хотят! Не оставайся тут, больная! Не ходи! Что тебе от меня нужно? Твои родители любят тебя, балуют, покупают все самое лучшее, да? Покупают, но их никогда нет рядом, они не покупают, а откупаются. Ты злишься на них? Скажи честно, злишься? Да. И правильно. И ты хочешь их проучить? Хочу. Хотела. Ты хочешь заставить их прочувствовать тот самый момент, когда тебя вдруг не станет? Нет, я их люблю. Врешь! Что вы с ними сделали? Говорите! Говорите. Говорите. Кто вы такие? Вам что, детей не жалко? Жалко. Жалко. Если вы так поступаете, что вы за родители? Родители. Родители. Забирайте меня! Только Лизу не трогайте! Иди. Иди. Куда? Спасти. Спасти. Лизу. Лизу. Юлю. Юлю. Ты врешь. Если бы ты любила маму, папу... Я люблю! Если бы любила, не сбегала бы. Ты виновата, и я виновата. Это не родители, это ты! Что ты делаешь? Женя! Что, все-таки пришла? Я говорила тебе уходить. Не тронь ее! С какой-то стати, она это заслужила. Отпусти Лизу! Забери меня! Женечка, не надо, убегай! Не уйдешь, значит? Все-таки нравится нянчиться с соплюхами. Да, нравится. Пожалеешь. Это ужасно, что родители не уберегли тебя. Но ее я тебе не отдам. Она виновата, ты виновата, я виновата. Папа и мама простят нас. Нет. Простят. 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 А я их нет. Они любят тебя. Любят. Любят. Я не верю. Они здесь, чтобы уберечь тебя, не давать тебе делать зла. Оберегать. Любят. Все закончилось? Да, Лиза. А как же остальные? Они... Живы. Пошли их искать.
Где мы? Что случилось? Что вообще происходит? Чё это за сарай? Ребята! Вы живы! Как же я рада! Ровно через 5 минут я удаляю нашу беседу из сообщества. Напоминаю, телефоны с собой брать запрещено. Вещи, помимо тех, что используете ежедневно, брать запрещено. Говорить кому-то о наших планах запрещено. Берите с собой только наличные деньги. Место и время встречи вы все знаете. А теперь те, кто точно подтверждает свое участие, просто пишут «да». Сотри всю косметику! Ты выглядишь как кукла! Полная безвкусица. Мы едем в театр. Не на танцы в сельский клуб, а в театр. Мирослава, ты слышишь меня?